Здравствуйте, на канале Десна ТВ Новости, с вами Виталий Волков. Минфин не намерен предоставлять Федеральной налоговой службе доступ ко всем транзакциям россиян. У Федеральной налоговой службы России достаточно полномочий для сбора налогов с физических лиц, и Минфин не планирует их расширение. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Хочу сказать большое спасибо нашим жителям за активное участие и за свое поведение. На совещании у главы оценили культуру поведения футбольных болельщиков. Все показания в пределах от 0,08 до 0,18 микрозиверта в час. В Десногорске оценили рейтинг экологического благополучия. Мне нравится, игроки очень сильные, стараются. В общем, классная игра очень. Футбольная фан-зона переехала на стадион «Атомтранс». Громко слушал музыку, чем нарушал тишину, спокойствие граждан. То есть он приходил на составление, но ничего не потерял. С десногорцев взыскали в городскую казну 100 тысяч рублей. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. 10 июля плановое совещание проводил глава города Андрей Шубин. Какие вопросы обсудили руководители комитетов администрации и муниципальных предприятий, мы расскажем вам в следующем сюжете. Лето – время, которое не балует изобилием общественных событий. Одним из самых ярких оказалась организация единственной в Смоленской области фан-зоны в центре города во время прямой трансляции матча по футболу «Россия-Хорватия». Хочу сказать большое спасибо нашим жителям за активное участие и за свое поведение. Продолжаются работы по проекту «Комфортная среда» в парковой зоне 2-го микрорайона и на дворовых территориях. На теплосетях 2-го и 4-го микрорайонов устранены 9 дефектов. Повторные гидроиспытания выявили один порыв на обратной магистрали 4-го, к которой подключены 2-й, 4-й и 6-й микрорайоны. Ведется ремонт. Комитет по культуре приглашает десногорцев принять участие в конкурсах. 26 по 30 августа 2018 года в Сосновом Бору стартует международный открытый фестиваль чистой музыки Universal 235. Направление фестиваля – авторская песня и поэзия, рок-музыка, классическая музыка и джазовая музыка. Заявки на первый отбор муниципального уровня принимаются до 16 июля на электронную почту. Справки по телефону 722-42. Также хочу напомнить, что с 30 мая по 1 августа в нашем городе проходит первый этап областного интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты». За прошедшую неделю в Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям поступило 612 сообщений, 346 из них были ложными. Спасатели выезжали 11 раз. В мире с ВИЧ-инфекцией или СПИДом живет примерно 37 миллионов человек. Каждый год появляется около 2 миллионов новых случаев. Международная группа ученых провела масштабные клинические испытания новой вакцины AD26 против вируса иммунодефицита человека с участием почти 400 взрослых людей. Результаты тестирования подтвердили наличие стойкого иммунного ответа против вируса и безопасность препарата. На настоящий момент вакцина является самой эффективной среди испытанных. Теперь ученым необходимо провести дальнейшие испытания и выяснить, способна ли AD26 полностью защитить от ВИЧ человека. Два дня в Десногорске работали эксперты из межрегионального экологического движения АКА. Мы уже рассказывали вам о программе, которую проводит движение в городах расположения объектов атомной промышленности. По окончанию работы эксперты провели небольшую пресс-конференцию для десногорских СМИ. Подробности далее. Рейтинг городов на территории расположения атомных электростанций проводится впервые. Целями проведения исследований являются повышение экологического благополучия и качества жизни населения и рост эффективности работы органов власти. Эксперты после исследования территории нашего города подвели первые итоги. С этой точки зрения мы сегодня постарались реализовать ряд задач. Это в первую очередь проведение встреч с жителями Десногорска методом свободной выборки. Мы проводили социологические опросы по теме, связанной именно их общественная оценка состояния экологического благополучия и качества жизни в городе. Вторая тема была — это проведение экологических исследований и проведение дозиметрических исследований нашими специалистами. Фактически в первый день нашей работы удалось осуществить замеры радиационного фона, это гамма-фон, в 374 точках. И уже есть первые результаты. Все показания в пределах от 0,08
0,8 до 0,18 микрозиверта в час. То есть это все полностью совпадает с естественным природным фоном для данного региона. Учитывая вот то, что мы видим такую поддержку со стороны общественности, мы сегодня совместно с администрацией города подписали такое рамочное соглашение о сотрудничестве. Мы очень надеемся, что вот те планы, идеи, которые вот выдвигаются и со стороны населения, и со стороны экологов, то есть представителей гражданского общества, они найдут должное понимание и поддержку со стороны органов власти. Подведение итогов рейтинга «Атомградов» и объявление победителей планируется в августе 2018 года. Ливень в Нижнем Новгороде нанес ущерб инфраструктуре, построенной к чемпионату мира 2018 года. В частности, пострадала набережная и дорога около стадиона, который был возведен к чемпионату. Сильный дождь повредил и проезжую часть, и тротуары. Напомним, что по данным госзакупок, на дорожные работы возле стадиона Нижний Новгород было потрачено 768 миллионов рублей. Несмотря на то, что сборная России не прошла дальше четвертьфинала чемпионата мира, в нашем городе продолжают болеть за красивый футбол. 10 июля онлайн-трансляция первого полуфинала прошла на стадионе «Атомтранс». Подробности в нашем сюжете. В этот раз у болельщиков была возможность удобно расположиться на трибунах. Организовал трансляцию директор «Атомтранса», депутат областной думы Михаил Лосенко при технической поддержке телерадиовещательной компании «Десна ТВ». На стадионе смонтировали экран более крупный, чем в прошлый раз на центральной площади. Так что десногорцы могли насладиться футболом в более хорошем качестве. Матч между Францией и Бельгией, конечно, не привлек такое количество болельщиков, как игра нашей сборной. Но, тем не менее, истинные любители игры с мячом все-таки пришли в фан-зону. Ну, интересно, что будет. Наши же в 1/4, к сожалению, бились-бились, но так вышло. Вот. Ну, теперь интересно, что будет наш же домашний чемпионат. Смотрим, болеем. За кого болеете? Честно, за Францию. Они мне больше как-то нравятся. Рад, что у нас в городе единственное организовали такое мероприятие. Как бы это достаточно престижно, потому что даже в Смоленске не организовали. Я считаю, что это неправильно. И очень рад, что в Десногорске откликнулись и смогли организовать сначала одну фан-зону, потом другую. Конечно, есть небольшие недочеты в плане того, что лучше было бы это сделать с самого начала чемпионата, чтобы наши болельщики поболели за свою сборную. Но хотя бы так, тоже спасибо большое. На самом деле, конечно, очень приятно, что у нас все это организовали. Очень хотелось, конечно, все это изначально, чтобы, когда еще сборная России участвовала, да, принимала. Вот. Но, тем не менее, конечно, огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации всего этого мероприятия. Очень классно. Сын доволен, все довольны. Я думаю, никто не был бы против, чтобы у нас это всегда почаще было, да. Другие соревнования проходили бы также в таком же формате, да. Свежий воздух, природа, друзья. Все очень классно. Всем большое спасибо. Мне нравится. Игроки очень сильные, стараются. Очень классная игра очень. Хочу сказать большое спасибо всем, что сделали такую идею смотреть футбол всем городом. Пришли самые верные болельщики. Очень неожиданно и приятно, конечно, что в нашем городе организовали фан-зоны. Больше всего это доставляет радости в плане того, что это чуть ли не единственная, насколько я знаю, в Смоленской области фан-зона. Нам стоит этим гордиться, конечно. И спасибо тем, кто это организовал. И мы очень рады этому. Следующая трансляция полуфинала чемпионата мира состоится сегодня, 11 июля в 21:00, там же на стадионе «Атомтранс». Приглашаем всех посетить единственную официально организованную фан-зону в Смоленской области и поболеть за хороший футбол. В России примут законопроект, который позволит регистрировать новые машины у дилеров без посещения госавтоинспекции. Законопроект вносился в Госдуму еще в 2011 году. В июле 2017 года свои поправки к проекту внесла ГИБДД. Регистрация в салоне будет платной, предельную цену установит Федеральная антимонопольная служба. Под нововведение попадут также номера автомобилей. Будут введены два новых термина – государственный регистрационный номер, сочетание букв и цифр, и государственный регистрационный знак – металлическая пластина, на которую наносятся символы. ГИБДД будут выдавать только номер, а знаки владелец автомобиля получит у изготовителя.
За первое полугодие 2018 года административной комиссии проведено 9 заседаний, рассмотрено 96 протоколов о правонарушениях, из них 95 за то, что десногорцы не дают спать соседям в ночное время. Штраф заплатили 57 нарушителей, 33 отделались предупреждением и 5 комиссия признала невиновными. В нашем сюжете мы расскажем вам, как прошло очередное заседание административной комиссии. 10 июля прошло заседание административной комиссии Десногорска. На рассмотрение поступило 3 протокола о нарушении 27 статьи областного закона. Статья 27 областного закона об административных правонарушениях, нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22.00 до 6 часов утра в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан за счет предупреждения и наложения административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. По одному протоколу комиссия вынесла предупреждение. Один нарушитель заплатит 1500 штрафа. Самый злостный возмутитель спокойствия соседей расстанется с суммой в 3000 рублей. Напоминаем, что сегодня в 21.00 на стадионе «Атомтранс» пройдет онлайн-трансляция полуфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии. Приглашаем всех поболеть за хороший футбол. А теперь коротко о погоде. 11 июля в Десногорске будет малооблачно. Днем плюс 25, ночью плюс 16. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desna.defis.tv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся.